ноги, может, он отойдет. Ай, не стойте в гордыне, подходите к крыльцу. Ой, вы молодые, поклонитесь отцу. Вам отцу поклониться тоже труд небольшой. Ну, а он просветлится, полегчает душой. Ай, не стойте в гордыне, подходите к крыльцу. Ой, вы молодые, поклонитесь отцу. Вы с того начинаете, и потом без конца. Во всю жизнь прославляйте дорогого отца. Ай, не стойте в гордыне, подходите к крыльцу. Ой, вы молодые, поклонитесь отцу. Он сердитый да строгий, как под лобья взглянет. Так вы падайте в ноги, может, он отойдет. Видите, владыка, говорит, все падайте. Он мне привет тоже передавал. Приезжаю в Волгоград. И я думаю, как бы, что ты приехал, чтобы этот крест, который 14 метров, мы пока я сделал его символ, там, ну, метра 5, наверное, мы установим в том месте, где будет будущий памятник. Вот когда можно, чтобы ты, например, вывел? А можно? Да, давайте. Для благодарности. Раз, два, три. А молодой человек, где там спрятался, выходи. Еще одна песня, ты путешествуешь по разным городам, поэтому эта песня тоже написана.